Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Forextreme, и сегодня у нас тест новой интеллигентной зарядки. Мы о ней расскажем с, опять же, непонятным для нас названием RJ Tianye. Итак, эта зарядка 6-амперник. Значит, в основе лежит алгоритм с высокой и низкой частотно-импульсной модуляцией. Зарядка имеет летний-зимний режимы в зависимости от плотности электролита. Значит, зарядка с 110 до 265 вольт на входе. И самое главное, она обслуживает аккумуляторы. Она обслуживает аккумуляторы от 2 до 100 ампер-часов. Сейчас у нас подключен сотый аккумулятор. И давайте посмотрим, что эта зарядочка будет делать. Значит, смотрите. Первое. Акцентирую внимание на режимы. Стандартный режим зарядки. Кислотные аккумуляторы до 100 ампер-часов. Едем дальше. Технология AGM, технология гель. И также аккумуляторы, которые используются в автомобилях. Принцип старт-стоп. Значит, первый и второй режим с одним током, но разной амплитудой и разным импульсом на зарядку. И третий режим, смотрите внимательно, это аккумуляторы мотоциклетные. И если мы увидим, то сразу... ток падает до 3. Значит, показатели на табло. Значит, напряжение 13,9 вольт, 2,82 ампера. Он сейчас работает в режиме аккумулятора мотоциклетного. Значит, смотрим дальше. 2,82 ампера. Он сейчас покажет температуру в градусах. Значит, и опять же напряжение питания. Значит, данный режим — это режим ремонтный. Итак, переключаемся на первую. Значит, он у нас уже дает другое напряжение. Другой, видите, ток. Температура осталась неизменной. Очень удачная зарядка. Это последний писк Китая. Я думаю, что она вам понравится, учитывая то, что она может заряжать абсолютно любые аккумуляторы. И также... Она может заряжать аккумуляторы до 100 ампер от 2 по емкости. Вот такое вот чудо. Внутри шумит вентилятор. Вес этой зарядочки 400 грамм. Ну, тесты просто шикарные. И самые высокие отзывы о данном изделии. Данное изделие у нас уже есть в продаже. Обращайтесь.